Перед тем, как дать объявление о продаже дома, квартиры или участка, соскребите рано утром с восточной стены в левую ладонь немного побелки, а если продаете земельный участок, то с восточной стороны возьмите немного земли, заверните в чистый лист и сожгите на блюдце. Пепел соберите и отнесите на ближайший перекресток четырех дорог. Там следует пепел рассеять на все четыре стороны, а начинать следует с той стороны, куда дует ветер, поворачиваясь по часовой стрелке. На каждую сторону необходимо читать заговор. «Ветер, ветерок, позови купца доброго молодца, чтобы дом купил, мне в беде пособил, да будет так». В конце оставляем три пятака на перекрестке со словами «За что просила, за то и уплатила». Домой возвращаемся, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая.